Девочки и мальчики, привет всем! Так, девочки и мальчики, сегодня будет очень интересное видео. Я думаю, что очень интересное. I say it's gonna be very interesting video today. So what are you gonna do to me? Так, короче говоря... Huh? Let me say something. Короче говоря, я решила, что мой муж должен быть красивым. Вот с такой вот красотой нужно иметь соответствующего мужа. I say, with my beauty, I have to have a beautiful husband, but you're not beautiful enough. No? No. Oh, God. Поэтому я решила Винсента покрасить. Посмотрите. Посмотрите, какие волосы. Как у Ричарда Гира должны быть. You're gonna be like a Richard Gere, you see? Oh, yeah. Am I gonna have his money too? И после этого мы еще сделаем ему глазки. Чтобы глазки были без мешков. So we're gonna do for you your eyes. I'm better looking than that guy, right? Yeah. Yeah. Короче говоря, мешки у него сейчас в данный момент, так как он смотрит на окно, их не видно. Но если я включу свет... Oh, that's too bright. I just wanna... Because your eye bags doesn't show... Now it shows what eye bags you have. Короче говоря... Мы сегодня будем преображать Винсента. Are you ready? I'm gonna make you a very, very handsome man. Are you gonna make me younger? Yeah. Oh. Он говорит, ты сделаешь меня моложе. Я говорю, да. And if you make me look like an idiot, can I beat you up? Он говорит, если ты меня сделаешь как идиота, могу я тебя избить. Okay. I think not only you, all the channel gonna beat me up. Okay. Я говорю, не только ты, весь канал меня изобьет, все девушки. Короче говоря, Винсент согласился покраситься. Он тут делает вид, что не знает, что я буду делать, но на самом деле... it's so light brown though, not gray, but we can try. Do you want gray? We got gray. You have gray? Mm-hmm. You got gray. I seen you bring it in. Yeah, because I bought something. Bring me gray. You forget where you put it. Yeah. Короче говоря, я покупала и такое, и еще я говорю, что-то какое-то коричневое. Коричневое-то нам нафиг надо, да? Сейчас он серое принесет, и мы начнем делать. Потому что такой красивой даме, как я, кстати... заколем, с такими-то бровям, с такими-то глазам и губам нужен соответствующий муж. Поэтому мы сегодня будем лепить. Я его слепила из того, что было. Сейчас. Короче говоря, то, что я покупала, это было еще dark brown. Здесь light brown, поэтому мы решили оставить это. All right, Vincent. Смотрим на Винсента. До. This is before. Before. We need to make picture of you before. What do you think? I don't care. Make a picture. Mm-hmm. How are you gonna make a picture? Well, let me see. Ну что, девочки и мальчики, начинаем. Перчаточки. Кремик. Оу. Расчесочка дается к кремику. Это первый раз, когда Винсент позволил мне себя накрасить. I'll say it the first time when you let me do that. Yeah, do you know how to use that stuff? No. No? Он говорит, ты знаешь, как этим пользоваться? What's я говорю, this нет. For? This is, I think, open it. I will. Он, show what you are, what you do. Я думаю, что это перчатки. У меня спрашивают, но я думаю, что это перчатки. I think it's gloves. Probably. Вот. Вот сюда вы вкручиваете расчесочку, видите? И я буду нажимать, и через расческу будет идти краска. Yeah, it is gloves. Yep, put your gloves on. Перчаточки. Мы Винсенту будем красить не только волосы, но и бороду. I say, I'm gonna make even your beard too. Yeah? Oh yeah, well, you're gonna have to. Yeah. Yeah, it's gotta match. I look like a dodo if you don't. Yeah. Oh boy. So do we have to mix with something? No, just squeeze it out. Okay. Начинаем. Okay. Are you ready? Oh well, let's do it and get it over with before I change my mind. Oh, it's going. Oh boy, here we go. Смотрите. Смотрите. Oh yeah. Винсент у меня как подопытный кролик теперь.
I said, you're my guinea pig. Yeah, unfortunately. I was the only one here. Well, we have to look. Actually, let's show what you look like in the back, too. Твои, Юр, посмотрите у него какие, видите, белые совсем волосы. Он очень расстраивается, что у него здесь лысина, поэтому все хочет наклеить себе волосы, я ему не даю. Окей, turn back. All right. So what do you think? What do you think? What do you think? You're gonna look nice? I think I'm gonna look like a dodo bird, but we'll see. What is dodo bird? Like I'm gonna look like one of those guys trying to pretend like they're 30 when they're 80. Он говорит, я говорю, думаешь, хорошо будешь выглядеть? Он говорит, буду выглядеть одним из тех парней, в котором 80, а хочет выглядеть на 30. The guys who wear the heels. Yeah. Те, которые на каблуках ходят, в джинсах, клешонах и на каблуках. Yeah, that is cowboys, though. Cowboys. I like cowboy. I like cowboy boots. I like cowboy stuff. Yeah. Говорит, ему очень нравится. I tell you, women in Russian women in China, not only Russian, all the Russian speaking women. They say they fall in love with you with cowboy clothes. Oh, I love cowboy clothes. I'm gonna get some more. They say you even look differently. Yeah. I should have been a cowboy. I grew up loving cowboys. Well, I think it's not bad. I think it's gonna be nice. Yeah? Maybe you're gonna like it and you're always gonna do that. Who knows, right? Well, who knows? I need more hair. Well, my hair went bye-bye. Вообще многие мужчины в Америке красят волосы. Ничего в этом такого плохого нет. Главное, чтобы это было не так заметно, а просто немножко, знаете, такой налет. Вот. Don't forget to get the beard, because I'm gonna look stupid with just the hair. Говорит, не забудь накрасить мне бороду, а то я буду выглядеть тупо. Так, окей. Let's see. See, this is very hard for beard. You can get it all over me. I didn't. Okay. How many minutes we have to wait? 10. 10? Wait, 10 is not enough. Well, that's what it says. Didn't you read the thing? Stuff smells bad. What? I don't know. You're gonna be very young. Here, my bimbo. Oh my God, what did you do? It's just amazing. Oh, that was terrible. Vinny, you're real Italian right now. Настоящий итальянец, посмотрите. Get over here. Look, it's all put there. Great. Yeah, it's no more. Well, I told you not to put it all on my head. Now I'm gonna look like a real bimbo. Я говорю, больше и нету ничего. Take some from my hair. Did you ever color your hair? No. Oh, first time. First time. Я говорю, красим волосы. Он говорит, никогда. This is the time. My little bimbo. I can't see nothing without my glasses. Wait a second. Look here. Then I'm gonna clean your face because your face is gonna be very dark. Vincent! You like a freaking freak. Thanks. I knew this was gonna be freak. Okay, don't cry. You said you knew what you were doing. Of course I know. I always know what I'm doing. Huh? Yeah. So what am I gonna look like you do that for if I'm gonna look like a freak? Because I want you to look like a freak. Oh yeah, thanks. Okay. You're too intelligent. Окей. Так кто? Who is that?
You can put your glasses on. Well, let me see what I look like. Oh, you like a John Travolta? Oh my God. What? You didn't get it on this part. No. No. Look, this is Miro. Oh my God, way too dark. But it's not gonna be dark. I hope not. I look like that guy Breaking Bad. Он говорит, как этот Breaking Bad, да уж. But you have to be look beautiful enough for me, you know? Well, I mean, I'm already beautiful. No, you're not. That's not what your subscribers say. If you don't want me, they'll take me. Okay, maybe. What? Your glasses is all... Full of the stuff? Yeah. Okay. Ну что, девочки и мальчики, ждем. Так, сколько минут? Let's see how many minutes. Probably says in this. How many minutes? Wait 5 minutes? No. Only 5? I thought it's like 30 minutes. Read the directions. Короче говоря, 5 минут всего надо ждать. 5 минут, и Винсент будет выглядеть вот так. I'm going to look just like that guy. Я не могу его узнать прямо. I can't recognize you, Vincent. Do I look better? No. Oh! You look like a chimney man. A chimney man? Chimney man. Oh, goodness. Говорю, как трубочист. I'm never going to do this again. Why? Why? Because you make me look like idiot. Mm. Boy, everything's too dark. Maybe we need to put hair something. Yeah, we need more hair. Oh, my God. This is not good. But you have blue eyes. Yeah. Oh, well. I need more hair. Baby, you're going to be beautiful for me. Oh, yeah, you think? Is it time to wash this stuff out before it gets too dark? I think a little bit wait, a little bit longer, and then we're going to... I'm going to hop into the shower. Okay. Короче, Винсент сейчас пойдет в душ, все это смоет и придет обратно. And you're gonna shave, right? Yeah. Он побреется, и мы на него намажем крем. Let me see my eye bags. Крем. Eye bags right now you cannot see. Okay. But if I can turn on the light, look. All right. Go closer. See? Oh, yeah. You gonna fix those? Yeah. Oh, boy. Look at that mustache, it looks so funny. Oh my God, you need a surgery. Need a surgery? Yeah, for your eyes. Ah, screw that. That stuff there, put it on, I'm fine. Okay, go. Go. Так, выключаем свет. Ну что, девочки и мальчики, мы ждем Винсента. Я вижу, мальчики меня уже ругают и говорят: «Боже мой, что ты делаешь? Он что, тебе дурак, что ли? Чтоб ты его красила?» Не знаю, что говорят девочки, но Винсент был не против. И вообще, это краска для мужчин, поэтому я подумала, почему Винсенту... Он потому что все время ноет: «Я такой белый, я такой белый». И я думаю, ну... Пусть он немножко порадуется и будет вот такой. Хотя эта краска смывается. Это не то, что будут корни отрастать, там у него белые, да? Как наша вот краска женская. Она смывается через раза три, она опять он будет белый. Ну, посмотрим. Девочки и мальчики, не ругайте меня. Девочки и мальчики, Винсент у меня пришел из душа, но он смыл все, и мы так посчитали, что он вышел просто очень рано, пошел очень рано в душ, не дождался 5 минут, и он пришел, и он просто, ну, какой был, такой и есть. Мы намазали еще раз, но у нас как бы другая краска, и другая краска для бороды, то есть вот это вот специально написано «Мастаж и бирд», да? И вот еще краска одна, которую я первый раз не захотела взять. Посмотрите на него сейчас. Сейчас я вам... Vincent, I'm gonna show it to everybody. What two different colors? Посмотрите на него сейчас. У него желтая борода и черные волосы. Vincent, I don't know. Yeah, two different colors. I don't know what I'm gonna do with you, Vincent. Oh my God. Oh man. I'm gonna show you close. Oh, easy. Poke me. Посмотрите. Oh, look at that. Two different colors. Actually, it's getting darker. Yeah. You're gonna look like freak for sure now. Oh yeah.
Oh my Well, at least I can pick out which color I like the best. If I like that, next time I'll do the hair that color. Ну, говорит, я в следующий раз, то, говорит, посмотрю, какой цвет мне больше нравится. So, but your beard, it's gonna be weird, I think. Well, we should put this to your beard. Well, we did last time, it didn't stick. It didn't stay. Two different hairs. Бедненький. Don't put your... This is... Well, I gotta be able to see. I mean, and I can't see. Now I just look like a big blob. Oh my God, Vincent. I need to put more of this here. No, don't start mixing shit stuff. What, are you crazy? Just leave it alone. I could shave this off. Он говорит, я это вообще сбрею, если неплохо получится. Первый раз мы сегодня увидим Винсента без бороды. Nobody see you without beard before. No, they'll be seeing it if I look like I'm two different colors. Я говорю, никто тебя без бороды не видел. Он говорит, увидят сегодня, если будет плохо. See, I know, I knew you were gonna do this to me. I knew it. Yeah. Бусинка моя. Okay, well, what's the time? Let's do like this. Your hair. Посмотрите. Чернявый какой. This is get darker. Maybe I need to put more. Huh? Put more. More of this, maybe. No, you gotta do it equally. No, it doesn't equally. You don't need to put equally because it's there already. Let's see. Don't worry. Don't worry. Yeah, it's not you. Don't worry. You can put lips like we did with Ruby yesterday. No, that's okay. I don't need to look like I got a disease. Эх, ты у меня рыжий, какой муж ты стал. You're a red-haired husband. Okay, so now I look like a total freak. Well, You want a Russian wife, so you get it. Я говорю, хотел русскую жену, получил. Ой, Винсент, now nobody gonna say that you're handsome. That's why you did that. Теперь говори, никто не скажет, что ты симпатичный. There's a reason why you did that. Он говорит, поэтому ты так и сказала. Oh, you're screaming in my ear. But don't do that. Ой, губушенька моя, Get away. Go away. Okay, so I think it's time. See, now it's getting darker. Yeah? I need more. No more. Why not? Your eyes is red. Because I'm mad. No, you're not mad. Show fuck closer. I want to make for you more handsome than you are, but I guess... You ruined it. I guess you cannot make more handsome than you was. That's right. So you have a perfect thing. You can't improve on perfection. Он говорит, у тебя была идеальная вещь, говорит. Я был идеальный. I told her that. Ты не можешь, говорит, сделать лучше идеально. Идеально, говорит, остается идеально. But the beard's starting to look... I actually like the beard. Yeah. You should have just left the head the way it was and just do the beard talker. Two more minutes and that's it. Two more minutes. Yes. Too bad they don't have stuff that you can make your hair grow, like, real fast. Just put on, woof, got hair. So, did you take shower? Yeah. Now you have to take shower again? Yeah. That was quick. I don't know. We'll see. One more minute? Yeah. Oh, God, what'd you do to me? I'm scared. Me too. I'll shave my head. Oh, maybe we need to put eyebrows, too. Eyebrows. Well, do it with this stuff. Yeah. Do it with that. So now I gotta wait another. Oh boy. Be careful not to get that in my eyes. Eyelashes? No, that's fine. Why is it so black here, but it looks like it's so light here? Where? Right here. Looks light right here. Probably didn't put it in. Don't. That's what you do. You take off by your finger. No, I didn't take it off. Just mushed it in. Don't need it.
mustard in. He doesn't need the mustard in to the skin, it's need only to the hair. Yeah. I don't know why one's darker than the other. Окей, Винсент идет. Винсент! Окей. Винсент, you are so freaking dark. No. You don't think so? Well, let's see. Let's see, let me get in front of him. Oh my God. I can't see with that. Definitely different. It needs to be touched up. Your right hair here. I like. Yeah. Hair I very like. Посмотрите, у него волосы стали какие. Мне очень нравятся волосы. Но борода, maybe you have to shave off. Why, you don't like the mustache? Do you? Well, or maybe do that here, it's thinner, and here a little bit thinner. That is going to be the matching. Same. Matching, but yeah. Yeah, but there's it just this hair there just didn't get color. I know, that's why you have to do thinner. Okay, let me do thinner. Let me see. I'll be back. You want to bring it here? I'm going to do it for you. Okay, I'll get the... Сейчас принесет машинку, я ему побрею. Попробую. Если все-таки не понравится, мы, наверное, тогда сбреем. Винсент. Ой, не получится в этот раз жить по Чехову, Вишневый сад. Без бороды будем ходить. Как меня когда-то провожали в Рыбинск. Ой, в Америку из Рыбинска. Ой, Елена мне сказала, моя подружка, соседка. Она сказала, Джерри очень идет борода, будем жить по Чехову. Вот, тогда я помню, Джерри отрастила бороду, а теперь Винсент у меня с бородой. Хотя Винсента, когда встретила, он был без бороды, но мне очень нравится вот этот стиль, лук вот с этой вот бородой. Поэтому все мои мужчины имеют вот такой лук. Винсент говорит, что ему очень нравится. You like that? You say you like? Yeah, I look younger. Okay. Just don't ruin it now. Не испорти, говорит. Don't ruin it. So first of all, you have to do here a little bit. All right. Like that? Uh-huh. Господи, я уже превратилась, кого только не превратилась. I think what you should do is just get more color right on that edge. You think so? Yeah. Maybe. Let me see. Still need a little bit shave right there. All right, but not in here. Don't shave in there. No? No, just a little bit there then. Why are you going again? You should go. All right, that's all right. That's good. Okay, let me see. Okay, go wash off and I'm gonna put color. But I don't have no color no more. There's another box there. Okay. Мы сейчас немножко докрасим ему. Здесь, видите, у нас... Я ему не докрасила. I don't want here, it's gonna be black, so where you already have color, you know? Okay. Don't touch by... Mm-hmm. Here. Okay. It's starting to darken up right there. I could see. Okay, but here, do you have dark enough? Or just a put a little bit there too. Yeah. Up a little bit more in it. Right up where? In here. That's it.
There you go. You got it. That's good. That's good. Go up. There. Да. А грибу я, конечно, по первое число за Винсента. I gonna get a lot of пиздюлей за тебя. What's that? People yelling at you? Yeah, they going to, yeah. Oh, well. Okay, now. Говорю, за тебя огребу я, конечно. You gonna do my eyes now? No, you're gonna take shower, right? No, I already took shower. No, you're gonna do eyes later when you... What's that say? Короче говоря, сейчас мы подождем 5 минут, он смоет, и мы начнем делать его глаза. So do I look younger? Or do I look older? Or do I look stupider? Let me know. Говорит, скажите мне, как я выгляжу, моложе, дурнее, или вообще там как, или хуже? I can't recognize you. Бусинка. Бусинка looks funny. This is my lover. Yeah. Любовник мой новый. The guy I see going out the window all the time. Yeah. Тот, который, говорит, в окно все время прыгает. All right. Here. Винсент говорит, надо было мне шляпу-то покупать. Я теперь в шляпе-то, говорит, как ковбой настоящий бы был. О, а вы смотрите, какой, совсем другой мужик-то. I like the cowboy hats better. With his teeth? Yeah, that was nice. Мне все-таки шляпа ковбойская больше нравится. Or the white one. Oh, he's so young. Mm-hmm. You look like regular... Mafioso. Wow, I have a different man now. That's right. I'm tired of Vincent. Oh, so yeah? Now I'm gonna have a different young guy. Young guy, yeah? Yeah. Do I look younger? Yeah. Вообще молодо выглядит, правда? Как будто его сын. You look like Vincent's son. Vincent Jr. Vincenzo. Yeah. Yeah. Vincenzo Jr. Uh-huh. Mm. Good. Even look good with the hat off. I got, you could see my hair. Yeah. Before, you couldn't see my hair. I actually have hair. So do you like that? Yeah. So you're going to put that more often? We'll see. We'll see how it, because once it dies down a little bit, imagine you're not going to have this too. Yeah, the eye bags gone. Yeah, and we're going to put, oh God, before and after. Yeah, I want a nice cowboy hat, my nice shoes. You're still here, thicker than here, you see? Причесывает свою бороду. Yeah, it is better. Yeah. Oh, look at you. It's like a natural. Прям как натурально, посмотрите-ка. Все измазал. Ну что? So, we're gonna do your eyes now? Yeah, do the eyes, see what they look like. Then I'm finished. Your guinea pig is done. Okay. Take off. Итак, девочки. Девочки, те, кто не знает, какой это крем. Ссылочка будет под видео. Я в прошлый раз ему намазывала, это тот же самый пакетик, я его оставила в пластиковом пакете, чтобы он не высыхал, чтобы воздух не попадал, да? Сейчас я возьму водички. You ready? Mm-hmm. All right, go closer. Okay, let me see. Так. Okay. Wow, big. Big! Yeah, if you're gonna sit like that, it's gonna be good. Okay. Итак, под веками мы мажем, не мажем, а наносим просто водичку, чтобы было влажно, все влажненько было, чтобы, да? Вот. И еще раз объясняю, этот крем от мешков под глазами, и действует он от 6 до 8 часов. Это не навсегда, если вы хотите убрать мешочки под глазами навсегда, вы должны сделать операцию. Если вы хотите просто пользоваться как утягивающим бельем, Vincent, open your eyes, please. Если вы хотите пользоваться как утягивающим бельем, сходили и сняли, вот этот крем для вас. Но вы знаете, всегда есть такой день, когда вы должны пойти куда-то на свадьбу или куда-то вас пригласили, и вас очень огорчает ваш вид под глазами. Так вот этот крем вас всегда спасет. Stay like that. Итак,
Продается он и в таких пакетиках, и я не знаю, сейчас я вот ссылку вам дам, может, он продается в других, там 25 штук. И вот эта штука одна, ее хватает на 5-6 раз. Вот представьте, насколько вам хватит этого крема. Конечно, его можно купить на Амазоне дешевле, немножко дешевле. Но никто никогда не знает, купите ли вы настоящий крем, потому что очень много подделок. Поэтому этот крем лучше покупать через компанию, и я вам оставлю ссылку, купите. Винсент, you gotta look like this, okay? Okay. So, начинаем ждать, ждем и слушаем музыку. У Винсента пропадают мешочки. So, you want me to blow for you? Yeah, you can get it done faster. Mm-hmm. Okay, just look right there. Mm-hmm. Oh, I gotta wait. No. Wait, I had an itch, All right. Oh my goodness. The music is still playing. Let's dance while the floor is still swaying. This moment will never come again. Let's dance while the music's playing. Oh, look at that. No eye bags. Right? Looks good to me. Sounds good. Я подула этим феном, чтобы побыстрее. Но вообще не рекомендуется феном. Лучше 3 минуты реально просидеть. Но так как у Винсента у нашего нет терпения, он скажет, все, мне надоело, и я подула немножко. Ну, хотя я и на себя иногда дула тоже. Вот, поэтому, девочки, еще раз объясняю про этот крем, потому что пишут, это обман, потому что он не убирает эти мешки навсегда. Конечно, не навсегда. Этот крем дается вам для того, чтобы вы пошли на ответственное свидание, на свадьбу, на какую-нибудь встречу, но не навсегда. Навсегда, вот, делайте эту блефаропластику, и то неизвестно, вон, видите, у меня и то иногда немножко мешочки такие вылезают. Поэтому вот, пожалуйста, 6-8 часов, и вы себя чувствуете королевой или королем, потому что для мужчин это тоже можно. Если у вас здесь тоже вот... Вот я, кстати, могу вам показать, вот у Винсента, видите, морщина. Вот сейчас я вам покажу на нем вот эту морщину. Вон он будет. Вон ее. Или носогубные складки, да? Don't move here. Вот смотрите, чудо. Сейчас вам покажу. I can't recognize you, baby. Я не могу узнать своего мужа, девочки и мальчики. Так, пойдем, Винсент, со мной. Let's go with me. Come over here. Так, сейчас я выдвину немножко, чтобы показала я своего мужа. Смотрим. Come over here closer. Show your eye bags. Посмотрите, сбоку. Ничего, никаких морщинок. Ну, вот он сделал так, когда так-то сделаешь, да, а вообще так-то, смотрите, вообще никаких морщин нет. О, Винс, посмотрите на моего мужа. Это же просто мачо. You're macho? Oh, yeah. Look at that. Here, it's need to be shaved a little bit. That because one is like that and one is like that. Okay.
Но мешки под глазами просто, я не знаю, это просто вот... Так, Винсент, подмеси, окей? Юр, посмотрите. Никаких мешков под глазами, никакой вот этой вот нет глубокой складочки. Ну, самое лучшее, это, конечно, вот под глаза. Посмотрите сбоку. Сбоку, посмотрите, вообще ничего нет. Никаких мешков. Вообще у него очень, очень большие мешки. Он их скрывает под очками. Под очками их не видно. Ну вот. Мой красивый мальчик. You beautiful? Of course. Девочки и мальчики, покупайте вот этот крем, пока он продается вообще, они то перестанут его выпускать, и не будет у вас ничего. У меня вот дома, допустим, две коробки. Я напаслась и сестре дала, и вот просто. Разве плохо вот так выглядеть? Поэтому всем вам советую. Оставлю ссылку под видео и еще раз повторяю. Вы нажимаете, если вы с телефона, то вы нажимаете на глобус, выбираете свою страну, заказываете. Если вы с компьютера, вы выбираете слово «маркет», и это находится в правом верхнем углу, слово «маркет», выбираете свою страну, заказываете. Все очень просто. Заказывайте, не жалейте денег, потому что это вам очень надолго и очень поможет. Все? Все? Все. Пока. Пока. Thank you, Vincent, for your patience. You're welcome. You owe me one. Yeah, okay. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Stay-